центральном районе сгорела шашлычная. Инцидент произошел около крупного торгового центра на улице Худякова. Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 3:00 ночи. Вспыхнуло деревянное здание кафе шашлычной. На месте работали 5 единиц техники, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Рассматриваются разные версии, от поджога до замыкания проводки. Впрочем, судя по фото, последствия пожара, ущерб немаленький. И вряд ли павильон подлежит восстановлению.